9 Владимира Воскобойникова. В игру вступает игрок под номером 32 Александр Данишевский. Еще одна передача на Алхазова перед самым перерывом. Ешица в падении выбивает мяч. Показалось, что совершенно. Сделать для того, чтобы эта игра при максимальном скоплении болельщиков. Пока еще аншлага нет. И вот вы видели перед началом этой трансляции сюжет, в котором показано, как же падала посещаемость из года в год. 12 матчей, 5 выигранных, 3 ничьих, 4 поражения, 15 голов, в них всего забито и 10 пропущено. Из 15 6 на последний матч с Москвы пришлись. Даже Жемчужина, зная уже о финансовых проблемах, сыграла как спела, под овации просто своих болельщиков. Минут 5 на запредельных скоростях эти и другие играли. И вновь Урал несется вперед. Здорово! Это тот самый Шатов проходил. Олег Шатов, 27 номер, и Милан Вьештица многоопытный точку в этой атаке поставил. В принципе, не точку, наверное. Длинная передача. Подбор хороший! И успевает мяч из-под ноги Шатова выбить в последний момент защитники сочинцев. Ну и интересно, когда у Жемчужины будет замена, потому что Черчев... Хорошую игру. На левый фланг перешел Вангиньо, обыгрывает одного игрока, не получилось, не получается. Ну что он этой замены добавит, но уже не первую игру. Ох, подача какая! 1-0, Уештица! А я хотел сказать о том, что фланги не очень активно работали во втором тайме в предыдущих матчах и нуждался в заменах Черчесов. Но сейчас какой стандарт, а? И в первом тайме, помните, тоже со стандартов, крестовину мяч попал у Жемчужины. Здорово. И набежал здорово. И исполнил как. Ну какие, предварю, претензии с такого?